Сыктывкарской епархии отметили праздничную дату 19-летия Хиротония Ивоепископский сан Владыки Петерима Сыктывкарского и Воркутинского. А накануне этого дня в столице республики состоялось епархиальное собрание, на котором обсуждались текущие вопросы в духовной жизни региона. Сыктывкарская епархия была основана в 1995 году, и с того времени ее возглавляет владыка Петерим. Хиротония архипастыря состоялась 19 декабря в Богоявленском кафедральном соборе Москвы. На традиционном епархиальном собрании в день очередной годовщины этого события правящий архиерей обсудил с духовенством текущие вопросы. В первую очередь на собрании говорили о храмах Республики Коми, которые заново строятся или реставрируются. Иоанна Богословский храм, реставрация будет идти очень долго, очень разрушенный. А у одной женщины, выходца с этого села, в память о умершей дочери Татьяне, строится деревянный, каменный тоже храм, да, но поменьше размером. Также обсуждались вопросы благотворительности, окормления приходов в отдаленных поселках и вопрос отношения верующих людей к электронным паспортам. На следующий день за божественной литургией состоялось рукоположение в священники одного из клириков епархии. А вечером того же дня в драматическом театре Сыктывкара состоялся праздничный концерт, сценарий которого был полностью основан на стихотворениях и прозе самого епископа Петерима. Песни и стихи исполняли друзья епархии, заслуженные артисты Республики Коми, духовенство, миряне и творческая интеллигенция. В завершении вечера впервые был исполнен духовный гимн на стихи владыки Петерима, посвященный трем святителям – Герасиму, Петериму и Ионе, молитвенникам Коми края.